мы очень четко выполняем с вами намеченные планы. Когда-то мы договорились о том, что мы выработаем дорожную карту, план наших действий. Мы это сделали, там 155 мероприятий. Вот. Я бы не сказал, что мы где-то отстаем. Критерий у нас товарооборот, он у нас за год вырастает на 20%. Конечно, это еще по объемам, это не тот товарооборот, который мы можем. Да. Мы можем. И я думаю, что выполняя нашу дорожную карту, мы будем увеличивать товарооборот. Я помню свое обещание, данное моему другу, о том, что вот у меня есть большой интерес производства, которые очень нужны Узбекистану. И сегодня я подумал, ну не только же большие империи могут помогать нам с вами, а много технологий хороших есть и у государств, в средних, малых государствах. У нас есть такие технологии, которые нужны Узбекистану, узбекскому народу, народу очень похожему на белорусов. И поэтому вот у меня лично такой азарт перенести эти технологии в Узбекистан и создать там хорошие предприятия, которые будут современными и каким-то примером для других предприятий. Вот дорожная карта предусматривает такие меры и мероприятия. Уже многое сделали. Поэтому я хочу еще раз заверить вас, Шавкат Мирамонович, что мы на этом пути не остановимся, и мы сделаем максимум того, что мы наметили, и в те сроки, в которые только нужно будет Узбекистану.